Бух! Не испугайтесь только. Ладно, на связи Point Blank TV. Продолжаем гвардию против игроков, которая проходит каждое воскресенье. Также вы можете об этом подробнее узнать в объявлении в Point Blank. Ну, группе в Point Blank TV. Ну, ПБТВ, в общем-то, коротко. Там все новости, все видео насчет стримов и ссылки на, собственно, на турниры. Может, я их подробнее просмотреть. Тима номер 3. Тайлин, Нелли, Дай Флейми, Кис Смайл и последний человек. Эммет, если я еще не ошибаюсь. Так, что-то долговато. Долго-долго. Так, карта станции метро. Тут все понятно, я что-то... Быстрее всех все время прогружаюсь. Как это так? Ну да, ладно. Смотрим по позициям, что у нас из команды игроков. Их проходит по горбу. Ну, в общем-то, сами видите, где легенда, где десерт. Называется горб, и там будет спуск. Эммет на нуле чекает платформу. Также десерт. Ну, тут хаешки летят нам. Линию путей. Дай Флейми. Что-то вытворяет, тут никто не выходит. Первый фраг. Легенда минусует Айлина. Также на семерке проходит феномен. У него есть К1 и тиммейт. И они должны победить. Да, выпрыгивает Нелли, 12 хп, и это в 3 ствола сливается этот человек. Эммет минус легенда с питона. Также Дай Флейми бегает 110 хп, бегает на платформе С и смотрит пути. Вот это жесть, поставили плент. Эммет сразу минусует феномена. Также уезжает наша пчелка. Так, десерт 22 хп, кисмайл минус твист. А также Эммет минусует еще одного человека с питона. Дай. Что-то бегает на платформе и даже рух не убирает. Я бы с ножичком маячил. Ну вот смотрим, найс, отличный выстрел по Даю. Также у нас на путях стоит найс. Питон берет в руки Эммет. В ответку кидает хаешку и также там стоит найс. Он смещается на позицию платформы. И также бегает на рельсах. При этом еще и разминировали. Это было просто лол. Смотрим дальше. Не, подвинуть экран. Так, Кисмайл проходит на плато. Также Эммет стоит на нуле. Тайлин на подъеме. На подъеме синих. Также Дай стоит на позиции синих на семерочке. И чекает семерочку твиста. Бегает в каналке. Также Тайлин опен враг. М200 забирает десерты. Также твиста бегает на семерочке. Ну, тут... Инициатива за Даем. Я буду коротко называть. Ну. Смотрим дальше. Феномен сливается на путях. И Нелли бегает на платформе. СМ-200. СМ-200 русский. 84 хп и забегает в каналку. Ну, дотягивается своим боевым мачетом. Легенда пытается на дальнем расстоянии что-то с берданки вытворить. Но не получится. Не получится. Тайлин с питоном идет на противника с дробью. Это просто жесть. Ну, два ствола. Тайлин. 16 хп при этом остается. Побеждает в сухую, просто 2-0. Найс. Вместе с другими тиммейтами. Бегают по горбу. И тут на спуск. Также будет стоять Кисмайл и Тайлин на дефе. Твиста. Кисмайл видит уже друг друга. Летит хаешка и два ствола сейчас будут... Зажимать Кисмайл. Эммет, Open Frags, Range Master, забирать десерт. А просто в каждом раунде унижает Спитона, Тайлин. Просто еще Кисмайл поддерживает. При этом остается один легенда. И это просто жесть. Это... Он еще успел после смерти, смотрите сами. Тайлин минус легенда, а потом легенда минус кто-то. Минус Кисмайл. Пацан к успеху шел. Да. Нелли вместе с Дайем идут на... Спуск синих. Идут на... По каналочке, по кривой. И смотрит на семерку. Нелли. Один промах есть. Второй есть. Третий есть. Четвертый. Пистолетик. С пистолетика пытается забрать Нелли. 61 хп.
Кит Смайл 86 хп видит. Отпускается феномен. На подъеме синих получает голову от твиста. Маленький разменчик. И 4 против 4. Десерт на семерке с дробью. Видит Зая. 44 хп у Дая. Также Эммет. Эммет отличный фраг по семерке. Минус легенда. Дай пытается что-то сотворить, просто стреляет в разные стороны, но не может попасть по противнику. Нелли, Нелли минус твиста, Эммет минус десерт, найс минус Нелли. Вот это найс, просто даблкил делает. Просто на ровном месте. У него при этом остается 100 хп, и Эммет чекает противника. Ну, то зачем ты ушел? Найс, найс, что-то у него есть план. План по победе. Спускается, ну. Идет по путям, идет на плато. Давайте я вот так вот это покажу. Оп, оп. Какой коварный план у Тайолина. Он еще не видит его. Какой хитрец. Начало миссии. Смотрим. Эммет снова на своей излюбленной позиции. Стоит на нуле и чекает семерку. Давайте посмотрим, может, что-то увидим интересного. А то я все время пропускал. Если посмотреть от третьего лица, феномен, ну, там что-то вряд ли будет. Это что за двойной прицел? Ну, у Найса свои штучки есть интересненькие. Ну, смотрим, Тайолин бегает по краешку платформы. Должен встретить феномена. Ну, с кимпой-то рашить. Минус, минус, Тайолин. Десерт. Минус, дай. Смайл смотрит на подъеме. Феномен 83 хп. Бегает на каналке с питоном. И Смайл стоит на первых линиях. Нелли, Нелли просто убегает от нашива этого человека. Феномен. Ну, промах от Нелли. 70 хп. Второй промах. Третий промах. Жесть, феномен еще один просто отбивается от противников, но получает голову от Нелли. Смотрим дальше. Эммет с питона забирает десерта, поставили плент. Плент точки Б. Наша пчелка уезжает. Эммет смотрит на первых путях, видит чьи-то ножки, но засветился человек, но сразу убежал. Нелли. Нелли на пленте, но не смогла. Или не смог отбиться от Найса. Эммет на платформе. На платформе бегает и не видит никого. При этом встает спиной к противнику и умирает. Начало миссии. Смотрим по позициям. Легенда бегает на горбу вместе с феноменом. Также десерт. Десерт бегает и смотрит на семерочки. Также Нелли уже чуть ли не слилась на кривой. И Дай Флейми бегает на синий и чекает палатки. Палатки. Тайолин на любимой позиции Эммета встал и... Эммет слил. Смотрим. Кисмал и противника. Со всей обоймы. С горе пополам забирает противника. Феномен. Феномен на спуске. 100 хп. Кисмайл 48 без масочки панды. И сейчас должны встретить этого человека. Один минус. Ну-ну-ну. Твиста, ты куда смотришь? Кисмайл 19 хп. Ну, твиста. Забирает противника в голову Сауга и... Убегает на мороз. Поезд. Поезд задавил просто Тайолина. 4-2.
смотрим Твиста. Твиста смотрит кривую, там никого нету. Кисмайл на морозе, идет на плато. Десерт. Ну, тут понятно, игроки у нас что-то не хотят выходить из со стороны респа. И что происходит дальше? Их будут поджимать гвардейцы. Дай флеймин, ну, тут будет просто фан, я так понял. Эммет. Эммет на подъеме. Минус Нелли. Эммет минус феномен. Три в четыре. Твиста бегает на семерке. С тремя хп идет на кривую. Кисмайл минус легенда. Не ставится плент. Твиста идет на респу синих. Дай флейми на синий. Ну, тут просто слив. Найс на спуске идет на точку А. Да? Нет? Решили наконец-то поставить плент. Тайлин. Ну, тут понятно. Она на Б вагоне. Смотрит точку Б. И тут никого нету. Найс. Ставь уже бомбу. Нет никого. Давайте вот так вот посмотрим. Может. Бомба была установлена. Не выходит Айлин что-то. Пиксель пытается нашить. Найс. Тут же на подмогу Твиста пришел, но Эммет. Эммет у нас тут. Тут, на каналке. Хоп. 2 на 2, ну, как-то так, более-менее. Выпрыгивает Алин, просто сливается, выпрыгивает Эммет, и это ГГ. 3-4. Начало миссии. Продолжаем смотреть. Алина на нуле, и что? Будет чекать семерку. Найс, смотрит кривую. Эммет... СП-90 сменил рейндж-мастер и теперь бегает по карте и рашит. На подъеме феномен. Ну, нет. Дай флейми. 110 хп и откидывается хаешками, при этом убегает. Твиста, 65 хп уже накоцанный. Легенда и десерт. Просто делают в одно время фраги. Также легенда минус Эммет. 2 в 5. Тайлин спит, он забирает десерта. Но при этом он сливается на платформе. В платформе Бекки Смайл забирает легенду. Найс, должен видеть Кисмайл со спины. 53 хп, и это изи фраг. 4-4. Пишут плохой, смайлики. Ну, понятно. Ладно, у нас маленькая смена оружия у кого-то. Там кто-то скидывал, кто-то подбирал. Но давайте посмотрим за Дайфлейми. Чекает каналку, там никого нету. Как-то, блин, неохотно вылазит у нас Дай. Тут у нас ничего. Что тут скучно. О, какой интересный вид. Вот это выстрел с двойного прицела. Феномен. Феномен на подъеме синих. Подъеме синих на Кисмайл, 100 хп. 81. Феномен с К1 пытается нашить противника, но Кисмайл инициатива с аугом. Ну, тут урона побольше будет. Кисмайл, 81 хп. Ну что, Нелли с питона минусует легенду. Найс, минусует Нелли. Кисмайл минусует Твисту и Тайлин минус Найс. Начало миссии. Смотрим, Кисмайл идет у нас снова на плато, Тайлин и Эммет. Эммет на нуле, Тайлин на точке А, также Нелли и Дай у нас на спуске синих и идут на семерочку. Первая стычка Твиста. Твиста почему-то хочется сказать. Твист. Вот, Твист видит Нелли. 82 хп при этом оставил этому человеку. Тайлин у нас снова смотрит телевизор. Вот, за стул мог бы сесть еще.
интересно-то? Эммет. Ну, тут. У нас что-то игроки не хотят выходить. У нас легенда. Это на первых путях. Найс, отличный фраг, нет? Я думал, даже это будет изи фраг. И сейчас Найс, кажется, сольет. Сейчас он очекует. Смотрим, смотрим дальше. Легенда с питона минусует Кис Смайл. Твист минусует Нелли. Эммет. Эммет. Нет, тут ничего. Десерт на плато. Тут же у нас едет поезд. Эммет минусует легенду. Также, да, и есть противник. Выпрыгивает с каналки. Найс, перестрелочка. Именно минусует Дайо. При этом, что шансы были у Дайо на 100%. 2 в 4. Эммет видит вагончики Найса. Тайли минусует десерт. Тайли дабл килл. Минусует твиста. 2 в 1. Феномен и Найс. Почти вот, фуловые. Также против Тайлина, который до сих пор любит смотреть телевизор. Не перестает просто целиться все время в эти экраны. Вот у нас вот тут сидит феномен. Поставили план точки Б. И Найс укатывается. Беспалевность. Там беспалевность. Тайлин убил противника. Сразу ему на планте убил. И идет минировать. Давай, ты успеешь. Он феномен. Это он очень далеко. Хотя он почти подошел, смотрите. Оп. Оп и оп. Маленький момент того, что ты не смог выйти и накосить противника. Четыре-шесть. Польза команды гвардии. Один раунд отделяет до победы. У нас Ёж Нубе. Феномен счетом 3-8, пинг 2, ну... Да. Легенда. На каналке видит Нелли. 39 хп. Пытается как-то его прострелить. Кидает хаешки. Ох, сливает Нелли. Нелли просто настырный человек. Да, минусует твиста. 3 в 5. И это понятно, кто затащит этот раунд. Минус Найс. 2 в 5. Десерт. СК-1 пытается на дальнем расстоянии забрать Эммета. Тут приезжает поезд и закрывает видимость. Кисман минус феномен и один против пятерых. Ну-ну-ну-ну! Даже так не смог убить. 7-4. Польза команды гвардии. Игроки снова не получили приз.